вечер. Информационная картина дня в программе «Вести Магнитогорск». В студии Анастасия Шменева. Сегодня. Металл на ходу из магнитогорского проката. На Ульяновском автомобильном заводе будет выпускать новый внедорожник на базе «Патриота». Уборочная кампания затянется еще дней на 10, но аграрии только рады. Они спешно закупают новые комбайны, чтобы намолотить больше. Это одни из лучших пшеничных полей в Агаповском районе. Урожайность здесь 25 центнеров с гектара и выше. В два раза больше, чем в среднем по Челябинской области. Кто кому мешает, велосипедисты пешим отдыхающим или наоборот, планы на реконструкцию и развитие экопарка сегодня наглядно оценил Виталий Бахметьев. Вопрос номер один. Как и когда преобразится экопарк? Об этих и других событиях подробнее. Из магнитогорского металла новый УАЗ. Градообразующее предприятие сейчас проводит переговоры по поводу поставок на Ульяновский завод новейших марок стали для производства внедорожника, который расширит модельный ряд автомобилей «Патриот». Предполагается, что УАЗ-3170 появится на рынке в следующем году, а уже в этом ММК полностью обеспечивает отечественного производителя металлом и является главным поставщиком. Кто не верит своим глазам, это УАЗ на базе автомобиля «Патриот», но, как говорят конструкторы, принципиально новый. Уже известно, что от своего собрата модель 3170 будет отличаться не только дизайном, но и оснащением. Воплотить все самые смелые решения отечественного производителя взялся Магнитогорский металлургический комбинат. Уже сейчас ведутся переговоры о поставках новых для УАЗа марок стали, которые уже давно были освоены на магнитогорском предприятии. Самый такой пластичный металл, да, на сегодняшний день относится вот стали типа EF. И для того, чтобы нам получить округлую форму, не квадратный там, не бобик тот же самый, да, мы применяем марки стали, советуем конструкторам, автомобилистам, да, применять марки стали типа EF. Эти марки успешно производятся на стане 2000 холодной прокатки. На потребу автопроизводителей трудятся и работники ЛПЦ-5. Отгрузка на Ульяновский завод здесь идет ежедневно. Начиналось сотрудничество металлургического флагмана и УАЗа 2 года назад. Сейчас его потребности в металлопрокате ММК обеспечивает на 100%. Идем по плану, с небольшим отставанием. Но вот оставшиеся 2 дня мы, в общем-то, наверстаем. Отгрузим оставшиеся тонны. Ну, часть металлопроката уйдет на 1-2 число, потому что у нас длительный процесс производственный. У нас от входа металла в цех до выхода его уже на отгрузку в среднем получается 10 дней. Это планы на сентябрь-октябрь. До конца года должны отгрузить около 45 тысяч тонн металлопродукции. Отчет отгружаемой продукции специалисты ведут комплектами, то есть то количество металла, которое потребуется для создания одного автомобиля. Так вот в этом году ММК планирует поставить на Ульяновский завод 56 тысяч тонн комплектов. А это значит, что около 60 тысяч машин будет произведены именно из магнитогорского металла. Кстати, список отправляемого проката очень обширен. Около 250 наименований. Есть и то, что может предложить только Магнитогорск. Стан 2500 холодной прокатки, который позволяет делать уникальный достаточно вид продукции, самый широкий на текущий момент производимый лист холодокатный шириной до 2 метров. Эксклюзивное предложение рождает спрос. На следующий год поставки на Ульяновский завод должны увеличиться почти на 10 тысяч тонн. А это значительный прирост в такой непростой экономической ситуации. Мы вернулись вот буквально на прошлой неделе с координационного совета между ММК и УАЗиком. Рост продаж по сравнению с другими автомобилистами идет в гору. Это говорит о качестве отчасти нашей продукции, производимой и поставляемой на данное предприятие. Ульяновский завод не единственный автомобильный партнер. В этом году значительная часть вазовских машин также сошли с конвейера благодаря магнитогорскому металлу. Так что предприятие уже внесло свой большой вклад в программу импортозамещения. Анастасия Шменева, Дмитрий Титов, «Вести», Магнитогорск.
А южноуральские автолюбители в два раза чаще стали оформлять ДТП без участия полиции. Так называемый Европротокол ввели в 2009 году. Тогда им воспользовались всего 7% попавших в аварию. В этом уже 15%. Упрощенная система помогает автомобилистам не стоять долго в пробках из-за незначительной аварии. Также дать дорогу другим теперь обязывает закон. Если нет пострадавших и машины на ходу, можно зафиксировать обстоятельства аварии, отогнать транспорт на обочину, чтобы не мешать другим. Если будут заторовые ситуации, то сотрудники ГИБДД вправе наказать будут участников дорожно-транспортного происшествия. Есть 4 варианта, как компенсировать ущерб, рассчитаться на месте, когда виновник очевиден и повреждение минимально, оформить Европротокол, документ для страховой, без участия ГИБДД, когда вина очевидна, ущерб составляет до 50 тысяч рублей. Записать схему происшествия, заснять его со всех сторон на фото или видео и самостоятельно привести в ГАИ. И, наконец, в спорных или тяжелых случаях звонить в ГИБДД. В случае, когда необходимо вызывать наряд ГИБДД, это именно те случаи, в которых есть пострадавшие, это в обязательном случае. Все остальные случаи необходимо созвониться с дежурной частью ГАИ города и действовать уже исходя из того, какие указания дает инспектор дежурный. Каждый день в Челябинске происходит более 100 аварий, в основном незначительных, однако часто именно они причина пробок ежедневно. На эти ДТП выезжает около 30 экипажей ГИБДД, а около половины водителей не ждут наряд и используют упрощенную систему оформления аварий. Совет Федерации России на заседании сегодня утвердил новым сенатором от Челябинской области Олега Цепкина. Он сменил в Верхней палате российского парламента другого представителя Заксобрания региона Константина Цепко. Напомним, Олег Цепкин избирался в новый состав ЗСУ по Саткинскому округу. На первом же заседании Заксобрания коллеги решили делегировать его в Совет Федерации. Напомним, Олег Цепкин наш земляк, 28 лет проработал на ММК, где начинал с рядовых должностей, а в последние годы курировал безопасность и финансы. Зон отдыха в Магнитогорске станет больше, а те, что имеется, еще комфортнее. Сегодня делегация во главе с Виталием Бахметьевым побывала в экопарке. Было решено привести в порядок лесопосадки, построить стоянку, сделать удобный подъезд. Поработала в зоне отдыха сегодня и Юлия Черешнева. Делегация в деловых костюмах во главе с Виталием Бахметьевым прошлась по дорожкам экопарка не здоровья ради, а пользы для. Решался вопрос, как улучшить состояние зон отдыха и площадок для занятий спортом. К слову, то, что эти две составляющие находятся в одном месте, по мнению директора Владимира Копытова, неправильно. И пешеходы идут, и коляски, и на велосипедах. Почему я не очень сторонник? Я люблю велосипеды, но я не сторонник велосипедов и собак, потому что на данной территории... Потому что травмоопасность очень большая. В этом году только у нас несколько случаев очень тяжелых сталкиваются велосипедисты с посетителями. Поступило предложение развести дорожки для пешеходов и посетителей на колесах, в том числе роллеров. А вот речи о том, чтобы запретить им движение здесь, быть не может. Именно прокат инвентаря, в том числе и велосипедов, весомая доходная часть экопарка – 3,5 миллиона в год. Почти четвертая часть всего бюджета. Но этих денег не хватит, к примеру, чтобы привести в порядок подъездную дорогу. Заторы здесь случаются на каждом многолюдном мероприятии. Ситуацию осложняет строительство соседних домов. Здесь в будущем будет коллапс, я думаю. Естественно, все будут дома оставлять машины, парковаться здесь, на нашей территории. Здесь у него нету разрешения на строительство второго дома, нету? Пока нету. Давать не будем, наверное. Это высотник, он рвется сюда. Ну, это земля у него в аренде или в собственности? В собственности. Вот это проблема. Кроме того, предстоит облагородить дорожки для пеших прогулок, убрать старые, высадить новые деревья, улучшить зону народных гуляний. Вопрос, как сделать экопарк комфортнее, мы задали и посетителям. Поле футбольное хорошее. Да так меня все устраивает. Лес хороший покататься, дорожки хорошие, асфальт хороший. Нам нравится, что площадки детские устроены в разных местах. И, то есть, прогуливаясь, немножко устали, сели там с ребенком, позанимались, отдохнули. Сегодня в городе рассматриваются пути развития парков и скверов. В ближайшем будущем мы приступим к восстановлению парка Тылфронту. Там серьезно будет финансирование определяться. Вначале мы сделаем проект, согласуем
вынесем его на публичное слушание. Я думаю, что годика за три мы там парк приведем. Что же касается экопарка, Виталий Бахметьев пообещал, что посмотрит точки инвестиций и пообещал помочь с финансированием. Юлия Черешнева, Антон Грабарев, Вести Магнитогорск. Почти 2,5 миллиарда рублей заработают нынешней осенью фермерские хозяйства Агаповского района. Уродилось все – и хлеб, и кормовые травы, рожь, овес и даже подсолнечник. Каждый гектар пахотной земли дал 20 тысяч рублей чистой прибыли. Каравай нового урожая взвесил Андрей Подольский. Алексей Луговской только сегодня вернулся из Челябинска. На деньги от реализации нового урожая купил современный белорусский комбайн. В начале следующей недели он начнет обмолоть зерна. Три комбайна, не справляемся. Объем большой, 2000 гектар посевной площади. Значит, решили купить комбайн. Полесье проплатили мы его. В прошлом году, когда урожай был в два раза меньше, комбайнеры «Колоса» сумели приобрести на заработанные деньги автомобили в салонах. В этом году многие планируют купить новые дома. Работают весь световой день, иногда ночью под фарами. Мужики все стараются, хотят побольше намолотить, больше заработать. Даже наравне пенсионеры работают у нас два. Одному 67 лет, другому 63 года. И ни одному из молодняка не поддаются они. У хозяйства нет зернотаков. Весь собранный урожай сразу же вывозят на элеватор. Мягкие сорта пшеницы, которые годятся на хлебобулочные изделия, продают по 10 тысяч рублей за тонну, твердые – по 17. Это одни из лучших пшеничных полей в Агаповском районе. Урожайность здесь 25 центнеров с гектара и выше. В два раза больше, чем в среднем по Челябинской области. Уже сейчас район полностью заготовил сено, сенаж и фуражное зерно для зимовки скота. 120 тысяч тонн мы планируем по району получить валовый сбор зерна. Значит, если в прошлом году мы пережили сильнейшую засуху и позапрошлый год, вот там мы получали всего по 40 тысяч тонн. Из-за большого объема зерна уборочная кампания затянется еще дней на 10. И уже сейчас ясно. Область соберет почти 2 миллиона тонн зерновых, в два раза больше, чем в прошлом году. Андрей Подольский, Кирилл Горин, Вести Магнитогорск из Агаповского района. К другим темам. Они любят кофе, но пьют чай непременно в субботу и всегда втроем. В эфире нашего телеканала стартовал проект «Чай втроем». Ведущие программы Галина Кочерова и Игорь Балунин рассказали своей коллеге о премудростях журналистской кухни. Суббота для ведущих программы «Чай втроем» начинается в понедельник. А в телевизионном чаепитии на самом деле участвуют не трое, а намного больше. Вся авторская группа программы. Но зрители свое утро начинают с Галиной Кочеровой, Игорем Балониным и их интересным собеседником. У нас программа о людях нашего города, разных профессий, разных сфер, абсолютно интересные люди. Кто-то узнаваемый, кто-то нет. И мы, возможно, приоткрываем завесу тайны его профессии, его жизни, и зритель узнает о них. То есть интервью всегда интересно. Это чаепитие, это беседа за чашечкой чая. Культуролог по образованию, историк в душе и автор большинства сюжетов на криминальную тему, Игорь Балонин и сам мог бы стать героем этой программы. Но сейчас ему интереснее задавать вопросы, как и Галине Кочеровой, которая уже много лет по утрам рассказывает магнитогорцам последние новости. Держать спину ровно, потому что тебе еще маячит оператор или показывает, что осталось 3 минуты, а еще столько хочется всего спросить, и перебивать приходилось, потому что нужно уложиться в какие-то такие вот рамки наши 20-минутные. Вот, наверное, поначалу сложно. Было труднее, но сейчас уже приходит такое хорошее ощущение, когда можно даже заранее не расписывать там вопросы или формулировки, а рождается это все по ходу, и от этого, наверное, самое большое удовольствие. У нас очень много интересных людей в городе, что у нас уже список составлен практически на 2 месяца вперед. И то есть мы еще стремимся приурочить к чему-то передачу, допустим, день учителя, день медика. Если вы с нами, то ваше утро начинается не только с чашечки чая или кофе, но и с приятной беседы с интересным человеком. Вкусный напиток уже заварен. Ближайшее чаепитие в субботу в 8:20 на телеканале «Россия-1». Ольга Беличенко, Мария Дронина, Дмитрий Титов, Вести, Магнитогорск. Как пробежать из Азии в Европу и получить за это деньги, а также как магнитогорские спортсмены выступили на соревнованиях в Анапе, узнаете очень скоро. Не переключайтесь.
Меховая ярмарка Пятигорск. Пальто, шапки, шубы, норка, мутон, каракуль, бобер. Ждем вас на Ручьёва 7Б, рядом с театром Буратино. Ателье. Ленинградская, 18. Стильные двери по привлекательным ценам. Приходите и убедитесь сами. 50 лет Магнитки 38 и Маркса 148. Внимание, магнитогорцы! Золотой фонд принимает сбережения с доходом до 21% годовых. Телефон 59 0909. Российский фестиваль меда на площади возле цирка. Более 30 видов лучших сортов меда из Горного Алтая, Башкирии, Адыгеи. Купи более 1 килограмма меда и получи 1 килограмм цветочного меда в подарок. Как сделать осень золотой? Купить украшения с хорошей скидкой в каменном цветке. Получить ценный подарок и бонус на следующую покупку. Тройная выгода и тройное удовольствие от самого красивого шопинга. И только в каменном цветке. Модное кольцо с 23 бриллиантами. Всего 4900 рублей. Каменный цветок. Ювелирные салоны для разумных людей. Акция «Выгодная покупка» в магазинах «Молния» и «Спар». Окорок свиной без кости 100 граммов 25,90. Горбуша свежемороженая 1 килограмм 179,90. Шоколад «Альпен Гольд» в ассортименте 33,90. Меховой салон «Зимушка». Ваша шубка ждет вас. Маркса 115. С 25 сентября по 4 октября во Дворце спорта имени Рамазана работает медовая ярмарка. Для вас представлены более 125 видов свежего меда и пчелопродуктов из разных регионов России, вкуснейшие витаминные сборы на основе меда и лакомства с разными добавками – пергой, прополисом и лесными ягодами. Цены вас приятно удивят – от 200 рублей за килограмм. Ждем вас до 4 октября. Дворец спорта имени Рамазана. Где купить качественное постельное белье, домашний трикотаж, теплое одеяло и мягкие подушки по разумной цене? Конечно, у нас! Оптовый склад «Радуга», Маркса 187Б. Ого! Какая низкая цена! Вот это да! Какая низкая цена! Не может быть! Вы сказали, низкая цена? Ну? Какая низкая цена? В технике лучшие цены осени. Приходи и убедись! Народная казна принимает сбережения до 17% годовых и дарит пенсионерам продуктовые наборы. Советской армии 29, телефон 43-10-61. Юридическая компания «Право и финансовая свобода» ведет прием пострадавших от действий КПК, микрофинансовых организаций и других финансовых компаний. Ленина, 128. Мы сделали пиццу, подходящую для любой ситуации. Свидания или вечеринки с друзьями. Обязательно попробуйте пиццу «Ариант», приготовленную по-настоящему итальянскому рецепту из натуральных ингредиентов. Пицца «Ариант». Вкус Италии на вашем столе. Качественные обои со всего мира от 280 рублей. 50 лет Магнитки 38. Новая коллекция только в сентябре. Пуховики от 4000 рублей. Магазины «Пуховик». Платья, блузки, юбки, поступления больших размеров. Барыня, Гагарина, 18. В эфире «Вести Магнитогорск». Продолжаем программу. Магнитогорске с размахом отметят День Учителя. Праздник «Большая перемена» пройдет в городе впервые. Участников мероприятия ждет интересная развлекательная программа. Запланированы спортивные, интеллектуальные и творческие соревнования. Праздник состоится 4 октября на площади Народных гуляний. Начало в 11 часов. Дорогие коллеги, я с огромным удовольствием поздравляю вас с Днем Учителя. Ну кто, если не учитель, сегодня будет воспитывать разум в ребенке среди этого поглощающего невежества нашего мира? Кто заговорит с ним о доброте среди подавляющей душу жестокости? Поэтому верьте, что вы сеете доброе, разумное, вечное и будете пожинать достойные плоды. И очень радостно, что в городе будет проходить праздник, посвященный Дню Учителя. Поэтому давайте все придем туда, встретимся. Кроме того, в рамках праздника с 12 часов будет работать детская площадка, с 14 – зона здорового образа жизни, а в 17:00 для всех желающих пройдут мастер-классы по вальсу. Новости спорта далее. В
3 октября вся Россия будет идти, а магнитогорцы еще и бежать. Традиционный пробег «Азия и Европа» вновь соберет на одной дистанции профессионалов и любителей. Всех, кому под силу пробежать 10 или 12 километров. Стартует, как всегда, на площади Победы. Первый финиш будет традиционно на центральном переходе, а вот место второго изменено. Из-за реконструкции центрального стадиона его перенесли к аквапарку. После, значит, основного забега в 3 часа в 15:00 стартует у нас заход. Такой, то есть, чтобы поддержать день ходьбы. Здесь у нас будет маршрут от дворца Орджоникидзе до аквапарка. Точно так же. То есть у нас финальная точка основная везде в аквапарке. Поэтому тот, кто увлекается скандинавской ходьбой, тот, кто просто ведет здоровый образ жизни и регулярно делает прогулки. Вместе с горожанами прогуляются и профессиональные спортсмены. Среди них участник 3 олимпиад ходок Валерий Спицын. Не только рассказать, но и показать воспитанникам, как борются чемпионы всероссийских юношеских игр. Тем более в новом виде спорта – всестилевое карате. Магнитогорцы вернулись из Анапы, где 2 недели проходили главное соревнование страны. Ну, каждый год уровень игр повышается. То есть, как бы, в этот раз вообще был отбор. То есть, если раньше были открытые игры, то есть приглашались, так скажем, все желающие, то сейчас был отбор и было ограничение 2 человека в весе от области. Вот поэтому, в принципе, уровень достаточно такой хороший был, серьезный, и проходных боев не было. В каждом из 6 боев, которые провели магнитогорские спортсмены, явного фаворита не было. И победители в большинстве определяли судьи. Андрей Бегильдин выиграл бронзу, а Богдан Цыпко – серебро, в финале уступив давнему сопернику. В финале был бой равный. Ну, просто, я не знаю почему, но отдали как бы победу сопернику. Я с судьями не спорю, сделали такой выбор. Ну, ладно, ничего страшного. В следующий раз буду стараться лучше. А в конце октября стараться придется другим. 3 магнитогорцев отправятся в Германию на чемпионат мира по смешанным единоборствам. Медали соревнований такого уровня наши спортсмены еще не привозили. Мария Дронина, Дмитрий Титов, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. В Шампинуазе ночью столбик термометра поднимется до 4 градусов, днем воздух прогреется лишь до 12. В Кизейском районе ночью 5-7 выше нуля, днем до 14 тепла. В Верхнеуральске ночью столбик термометра покажет около 5 градусов тепла, днем 9-11 выше нуля. Новоабзаково ночью до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11. В Магнитогорске переменная облачность без осадков, ночью до 5 градусов тепла, днем плюс 10-12. Вот и 1 октября, и первое похолодание. Независимо от погодных условий. 19:35, канал «Россия-1». До встречи.